Здравствуйте, дорогие друзья! Очень много людей просили меня рассказать об этой приставке на станок BDS-5 Visas Витебский. Эта приставка служит для того, чтобы точить ножи, свои же ножи на станке. Значит, просили рассказать о размерах. Размер станины 50 сантиметров ровно, 4 сантиметра. Так, на 2 сантиметра. Расстояние между вот этими вот осями, между вот этой осью, на которой крутится, да, вот это вот, видите, как? То есть от этого центра до этого центра будет 25 сантиметров ровно. Значит, высота вот этого вот шлица 80 миллиметров. Так, что тут еще взять? Вот эта вот приставочка такая вот наверх 75 миллиметров на 50 миллиметров. Сбоку она 45 миллиметров на 40 миллиметров. Так, расстояние между этой осью и этой осью получается, я уже говорил, 25 сантиметров. Так, сама приставочка наверх, которая на салазках ходит, ее размеры 21 сантиметр на 50 миллиметров и 35 миллиметров. Внутри сделана прорезь под 45 градусов. Вот она. Так, размеры вот эти. 50 миллиметров вся. Так. 20 миллиметров вот это расстояние. И... Раз, два. И 23 миллиметра внутри вот это вот расстояние. 8 миллиметров вот это расстояние. Прорезь по толщине ножей. Ручка тут, наверное, в произвольном порядке может быть. Какие тут данные еще снять? Толщина 25 миллиметров, вот это вот расстояние. Так, вроде бы все осталось. Вот она села и поехала. Так, какие тут характеристики еще снять? Наверное, все. Сама эта станинка на 70 миллиметров, вот так, 70 миллиметров. Маленькая 50 миллиметров на 30 миллиметров. Диаметр по диаметру входа в станок, то есть вот этот диаметр входа в станок, это будет 24 миллиметра. Это уже под свой станок сами отрегулируйте. Вроде бы все. 4 болта, которые крепят внутри нож, чтобы он не вылетел. Вроде бы все. Вот приставочку вставляешь вместо стола. Это ноги для стола, да, получается. Стол вытаскиваешь, приставочку вставляешь, зажимаешь нож. Тут крутится вместо пилы круг заточной.
И начинаем проходить вот так вот по ножом по кругу. Причем вот этой вот этой вещью у нас отодвигается движение вот этой всей станины вперед-назад. Очень прецизионно. То есть мы можем отрегулировать под наш круг конкретно нож. Видите, сжимается, идет. То есть тут получается вот как. Вот она как заходит. Можно зажать, можно отпустить. Так. 50 миллиметров. И эта прорезь на расстоянии где-то 6 миллиметров. И начинается шириной 7 миллиметров прорезь. И далее 32 миллиметра, примерно 30-32 миллиметра. То есть тут, я думаю, под каждую суть вы уловили, под каждый станок свою сделать можно определенного рода. Ну, вот такая вот заточная приставка под станок BDS-5 Visus, витебский станок.